Состоялась отчетно-выборная конференция Кашхабльского районного отделения общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Адыгея. Участие в конференции приняли глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений района, руководители управлений и ведомств, члены ветеранской организации, старейшины аула, представители общественных организаций. В ходе заседания было отмечено, что данная организация на протяжении долгих лет является собой пример активного участия в общественной жизни района. На протяжении многих лет ее успешно возглавлял Ахмед Даутович Худ, человек, преданный своим землякам и полностью оправдывающий их надежды. К сожалению, по состоянию здоровья Ахмед Даутович вынужден был оставить свой пост, в связи с чем было принято решение о назначении нового председателя. Им единогласно был избран Сходби Ибрагимович Вороков, депутат Совета народных депутатов, общественный деятель, вся трудовая жизнь которого неразрывно связана с родным районом. Обращаясь к участникам собрания, Заур Хамирзов поздравил их с избранием достойного кандидата на столь непростую должность и выразил уверенность, что деятельность организации и впредь будет нацелена на плодотворное взаимодействие в решении насущных вопросов.